Вот сейчас. Короче, Вася, я ебашу разведку. Еба... Ты разведданный, что ли, будешь получать? Вообще, ёпта! Ты видел это интервью с чуваками? Холодно, блядь! Поехали. Скаут-кэмп, нахуй! Скаут-кэмп и вудкатер-лодж одновременно. Ёбанарот, просто ебансон. Ебан. Вообще не ожидал такого, Вася, да? Просто пиздец. Ай. Ой, простите. Хорошо. Ахой? Go have fun. Блять. Go have. Уф, как бы творили, блять. Ёбарь пишет, я пишу. Понял, да? Ну, типа, короче, я хотел сказать то, что... пока чуваки строятся, я пишу ГЛХФ и проябываю время. Тай-рай-рай, тай-рай-рай. Ох, ты нихуя уже, пидор, здесь разведал, а я-то еще нихуя не разведал. Почему? Потому что я писал ГЛХФ. 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 А вот у меня первая территория, в ней нет нихуя, кроме как три овцы. Ну, три овцы не так уж плохо. Ай. Алло. Ай. А, все, понял. У меня тут пот пошел, я уже две территории колонизировал. Не ожидал такого, пес? Я думал, клонировал, а ты колонизировал. Кал. Колонизировал. Только интеллектуальный юмор сегодня. Мы же в стратегии играем. Strategy in real time. Воу-воу-воу, ты такой смешной. Ашли. Не умирай. Пожалуйста. А у меня нету дерева, нифига. Так, ну ладно, как я играю? Значит, я играю. Мне везет, я играю. Я портовая шлюха. Портовая шлюха, торгаш, вот это все. Ну, не так плохо. А почему волк защищает? А если я тебя убью? Меня? Не тебя. Ну тебя бы... Тебя... Ну не, тебя не могу. Ну ладно, придется блин, через оленей сыграть. О, или не играть через оленей. Ну что за такое, а? Ладно. Мне везет, я играю. Мне вот нихуя сейчас не везет. Вот тебе вот везет вот здесь, но с едой как-то у тебя... Вроде хуй знает. В смысле, с едой нормально у меня все. Ну, как бы вот этот олень ебаный, мне кажется, это дресня. А хотя нормально. А мне кажется, олень ебаный. Это типа Universal. Но... Universe. Пик Пиктори. Я немножко завтыкал, конечно, с таймингами, ебло. Так я вообще думал, как здание построить. Там на F здание поворачивать. Хуя! Какой ужас, господи. Клятая ебола. Клятая ебола, да, это то самое. Все правильно говоришь. ВЛ, ВЛ, таблички открывать, ВЛ. Хорошо, задрот. Это ты начал смотреть это? Это я посмотрел в настройках управления. Чё, как ты думаешь, такую раннюю портовую шлюху есть смысл ставить? Мне кажется, конечно, нет. Конечно, ты это на кораблях играешь, это твоя главная игра. Твоя... Ну да, но зачем так рано? Вот тебе, ну, придание, типа, в любом случае, как бы, ну, быстрее перки пойдут, быстрее фейм, это как бы бонусы, пер-бонус. Плюс... Так я же не могу пока торговать этот великий хуй. Ну... Хуй знает, мне кажется, просто лучше поставить сначала торговый пост какой-нибудь ебучий, а уже потом выебываться. Ну, можешь, ну, там просто эти морячки, они же голду приносят, голду, знания и фейм, ну, и как хочешь, ну, вообще, это твое главное дерьмо. Как хочешь. Бля, где он вообще? Я его потерял. А вон нашел. Сука, 80 дерева стоит. Пидоросня. Дресня. Так. Не забывай по нижней ветке идти по лору. По лору, да. Я вот сейчас, кстати, начал строить и вспомнил, что надо, да. Делать так.
Так, а мне надо этого разведчика контролить. Разведчика. Языкового. Так, я вот здесь открываю. Вот здесь я открываю. Это черненько. Черненько. Дальше, okay, наверное, открывай. Пойду вот сюда, как-то вот право открывать. Или хызы. Тебя камень на двоих. Ну камень для двоих. И логово волков, блядь. Не заметил. Так, а ты че здесь ходишь, пидор? Вот это и, конечно, завтыкал вначале с этим, с залом скальдов. Да ну еб твою мать. Ебаные волчары, пацаны. Ну что за ебаваса? Ну что ты делаешь? Эти волки-толки, конечно. Хочешь пирожку заебашь? Да пока, наверное, не надо. Вау. Может, в эту гоню сыграть попробовать? А, да, да блин, там валькирию убить надо. Типа, вы ну, построить да. Кузницу еще на ней и вы в расстройку сыграть. Такое. Ну, валькирии вроде не такие прям жесткие. Ну, там надо построить кузницу и выковать это самое. Это времени очень много, мне кажется. Опа, перки подъехали. Перки. Галина лидирует по славе, а? Так, надо что-то, блядь, Вася, что-то надо. Пипец, у меня что-то территории вокруг волчары пачками ходят. Да, вот это вообще территория, конечно, огонь. Тут сыглы. Знаешь, что я тебе могу на это сказать? А. Ахой. Ага. Так, еще попробую деньжат накопить. Построить маяк, может быть, пофасно. Как тебе такой хуйни не ожидал? Пока нет. Такого точно не ожидал. Вот это, наверное, где-то это центр карты уже, наверное. Прям пивноху еще забабахать вообще надо будет. А, уже пошел снег. А, в принципе, мы дохуя ли, да? Будем не выебываться. Ну на тебя опять пидорги нападают из андроида. Так у меня с трех сторон, блин, волки, я ничего не могу. Да. Может быть, блядь, поставить прямо эту, что ли, вышку? Или это совсем дичь? Да можешь поставить, как хули нет-то. Лишним не будет.
Вот тут это какое-то дерьмо. Типа кобальты, все эти конунги, кроллинги, кобальты. Как зовут-то, блядь? Йотуны. Йотуны, да. Вот, вот не посрал я в это перед игрой, и штаны надо одеть вторые, то что-то у меня эти... Протекает? Да, протекает. Скоро зима закончится. Сколько время? 134. Какой год? Первый. Мне нравится, что чело на пиратке имеет одинаковый цвет. Ну да как же? Что случилось? Что, ты обосрался? Да, я штанцы одевал. Да ну ёбаный ты в рот! Чё-то нападают, да? Так, ну я тебе говорю, тут волки с трех сторон стоят, они нападают по кулдауну, и надо уже ставить ебучую эту хуйню, хилку. О, это кобальды. А чё кобальды дают? О, смотри, нашел красненького. Просто торгуешь с ними, и чё-то типа, и вроде все. О, пиздюк тут красный. Тренировочный кемп надо построить еще. Все, можешь разведчика убирать, я разведаюсь. Ну там же надо территорию эти, чтобы проходить. Это... Так я разведаю, у меня это берегу... бессмертный разведчик. А, бессмертный, все, я понял. Ну, бессмертный и быстрый, поэтому. Да, понял. Я тогда сейчас последнюю эту. Что? Да как ты смеешь? Так, пошли перки. Ценность великих деяний. Опа! Голдишон сюда на. Ну да, я вижу. О! Петушок! Ага. Но он пипец далеко. Не, ну тут вон какой даже, чудо челики вообще жестят, жесть они прямо. Где? Чё, красный? Ну красненький, да, рядышком. Блять, дерево, конечно, просто невъебенное количество стоит, всякая хуйня. Мастер Тан. И вот так еще. Хорош. Мне еще домики надо ебучие строить. В деревне? Ну. Но...
О, год будет холодным. Сука, это плохо. О, йотунов нашел еще, походу. Хорош. Пируем, бляди. Простите. Не, сори. Бля, на самом деле у меня два вот этих кольца. Да. Очень. Может, много... виздом соскочить резко? Да, можешь соскочить. А во что ты шел? Ты же точно же не знал, во что шел. Ну да. Но я планировал в трейд. Да не, нахуй, у тебя два кольца, ёпта, посередине гвоздик. Ну, да. Да, два кольца, два хуйца. Ну, вот у нее йотуна, можешь с ними торговать, если хочешь. Не, у меня нет ничего. Я, наверное... Ну, в смысле, еду ты сливаешь? Да сливаю. Это, там этот пидор может торговать. Не, ну в смысле торгового поста нету. Пиздец, ты жирный. Я толстый. Эй, толстый. Зима будет грязный пиздец. Я не знаю, как я буду зиму переживать. О, перки подъехали. Я понял. Жрачка еще нормально, вот с деревом будет грязь, пиздец. Я второй себе этот лесопилку, дом лесоруба, одну прогрейзил, короче, ну, бюрщусь в дерево. А, я тоже сейчас поставлю вторую лесопилку. Какой сейчас месяц? Октябрь. Нельзя пировать. Басрусь. Ты думаешь в декабре прожать прям? А? Думаешь прям в декабре прожать? Нет, я хотел сейчас прожать, но еще не буду. Тана получили, пидорасы. Вот это да, вот это уже жестко. Ну ебаный ты шашлык. Чё-то у этого дохуя овер, дохуя территории. А, они, блядь, так один... это у них общее. Ёбанцы, ну нихуя не. Мне кажется, они тоже могут пойти в йотуна, в этих, в йотунов. Ну хуй их знает. Кабаны. Грязь начнется.
Бля, уже минус 9 жрачки. Сука, не успею, да, дойти на ночь. Ну чё, я походу все разведал, что мог. А, вон еще две точки осталось. Еще волки напали, ну это пиздец, товарищ. Сейчас говно будет. Ёбнешься. И до конца зимы еще она будет ёбнуться просто. Ну, 2 месяца потерпеть. Минус 23 у меня. 330 минус 23. Мне 200 минус 21. Я это знаю. Больно. С деревом пипец, беда началась уже. Бля, зима, рищи, кончайся! Ёбаное повидло. О, у этого даже вон воин даже уже есть. Один, так что он как бы эти подчановые. Подчановые. Один воин. Ну ты пидор, а? Волк ебучий. Сори. Да не ты, ёмаса. Бля, зима, кончайся речь, 10 дерев осталось! Фу, ёбаный в рот, просто на последней, на писечке, на писечке. Ёбнешься, как близко это было. Кайф. Вообще. Как ты думаешь, 2 воина запиздят 3 волков? Возможно, но 2 точно. Если подмикришь, может быть даже и 3. А, изи вообще. Все, я разведал все, что было на карте. Ну, чтобы без этого. Без петушечка. Ага. Только теперь надо всю эту ратушу их найти, если что, блядь. Да вообще там, типа, надо все разведать. Чтобы проходить, если что, можно было. Я еще не могу разведывать этим портом. Могу. Все, пошел разведывать портом.
Ну, здесь рубеха еще, можно рубеху еще захватить. Рубеха это ж хорошо, я правильно понимаю? Ну, для медведя заебись. Ну, для медведя? Да, у него там бонусы с этого дерьма. Хуйню нашел. Ой, блять, пидорас убил всех моих юнитов, сука. И стоит, блять, что территорию захватит. Ну ты пидор, а. А два воина затыкают одного медведя, как думаешь? Ну, вряд. Ну там очень на крополях. Я могу потыкать его, отвернуться, похилиться и еще раз затыкать. Ну, если так, то да. Крысы. Угу. Пиздюки пока вообще ни почему не вырываются. Ну-ка, такой обус вообще работает? Смотрим. А вот это разведал ты. Да, вот это ходит. Разведал ты. Вот такая вот хуйня. Все, я петушка захватил, сейчас отхилю его. Нормал джан. Так. Мне вот сейчас не задефаться ничем будет, если вдруг, ну только товарами, если вдруг. Ты думаешь, на тебя могут напасть? Не факт. Но я как бы... Ты пидорас, а? Чё, напали? Да волк. На птичках. На птичищах?
На пилоточках, блять, надо этот домик бы подстроить. Блять, слышишь, еще одно кольцо. Блять, это очень жестко, тебя надо будет очень жестко задефать. Но я иду, я кормлю йотунов сейчас. А, да? Да. Хорош. Причем жестко так. Так, могу толзы улучшить. Какие толзы лучше улучшить? Хуй знает, у меня все очень сильно это. А, лормастеров, еб твою мать. Правильно, правильно, на нахуй, уже плюс 18 лора капает. Заебись вода. Вообще. Чувствуешь, да, какой я крутой? Пиздец. Остановите его кто-нибудь. Только сейчас зима будет, еще и крысы ебучие, пизда. Из хороших новостей им до меня пидорить пипец как далеко. Ну они пойдут вот как-то им надо вот... А, им надо вот идти будет тут. Вот эту территорию. Все, ебансон пошел. Хорош. Так, нашел. О, ратушу нашел. Тушок. Заебись. А если очень сильно unhappy, это ничего? Или это что-то будет плохое потом? Ну, типа у тебя, не знаю и точно, но приостановится этот. Рост, ну, на рост насрать. На рост. Блять, я переторговал с йотунами, у меня нет еды, пиздос. Еще железо, пиздец. А что-то он тут тауэр не поставил, он что, блять, лабарь? В смысле, у меня тоже не стоит. Ну так у тебя-то, тебе-то и не надо на мейне ставить, а у него, если дроп на мейн, блять. Так рано еще, у меня фон. Это у тебя почти 500, а у меня только 300. Точно, там вот пидораса 375. Причем у кабана, а не у оленя. Да. Блять, да как же ты заебал нападать, а, петух ебучий. О, да ладно, вы, блять, угораете, что ли, нахуй? Что-то. Просто прикинь, блять, с двух сторон нападают. Пидорасы, у меня еды нету, ничего не... О, как сейчас, ну, я... Мне везет. В смысле, кто нападает-то? Волки-толки. А. Потом уже эти напали, пидорасы. Нет. Влада совсем грязь. Фу, слава господи, блядь. Так, еще что-то петушок нашел. О, еще одну ратушу. Ебать, петушок МВП! Четко. Тоже на мэйне, но у него барак там стоит. Как бы, блять, по идее-то пробздиться.
Ебать. На ярлыча хуже. Задрот ебаный. Мне народу так-то на мэйне много, блять. Ему построить этих зданий, и он... О, вон, сука, смотри. Че там? Но у него один воин. Он против вот здесь вот двух волков. Догрызет? Не, не догрызет. Эй, задроты! Задроты! Они могут быть несчастны. Могут быть, могут быть. Где его перестал с ним торговать? Шо? Понял. А у меня торговля, наверное, не прокачана, блядь. Нет, в смысле не прокачана, ты со мной торговал. Не, подожди, тихо, я почему-то не могу с нескольких этих торговых постов с йотунами бомбиться. Тут это так не работает, что ли? А нахуй я тогда это все строил? В смысле, не может тогда где быть? Ты же говорил, что все работает. Ну, да, да. Вроде как-то работало, сейчас что-то нихуя не работает или работает. А работает, работает, я наркосос. Так, Шок еще что-то нашел. Внимание, ебашу еще один порт. Только не на лицо. Чего по йотунам-то, блядь, 30% очень мало. Скоро зима, июнь. Я охуенно называется слаковый, пиздец. Чё так? Ну то, что типа у меня 3 торговых поста, бля, вместо них я мог бы построить других зданий, и если на меня нападут, я могу обосраться, то есть как бы... Я так каждую игру играю, мне норм. Но у нас почти полная разведка говна, поэтому... Нормально. Все под контролем. Вот. Вот за это дерьмо я, наверное, могу быть наказан. Ох, сука, пидорас, вон он уже где. А, ебать, их 3 сразу открывается, бля, слышь. В смысле? Да, в этот раз очень много. Бля, мне монет накопить на эту хуйню тогда? Да, заебись, но, наверное, не смогу. Придется еще один поставить домик. Пиздец. У тебя сколько населения? 25. Ёбнешься, мне 32. Если есть кто-то охуевший в этой игре, это я. Хорош! Ёб твою мать, просто тащишь. Да. Слушай, сколько у него тут? Один воин, вот тут один стоит. Ну вот тут не видно нихуя, что у него тут здесь. Сколько бараков? У этого один. Ну, вроде типа по одному. Больше не видно.
перки. Че, великий Майк, заебушить, интересно? Ради просто хэппинесса. Можешь, если хочешь. Пожалуй, ебану. Ну там плюс еще иногда плюхи привозят хорошие, поэтому. Так, один барак надо поглядывать за пидорасами. По одному бараку. Йотаны 47, сука, мало, зима. А, у меня уже второе благословение, у вас первое, да? Заебись. Да. У меня плюс 34 вход. Бля, зима близко. Так, я не знаю, надо что-то может захватить, хуй знает. Петушок еще что-то открыл. Две точки осталось на карте, не раскрытые. Ага, бля, мне бы еще бы зону там какую-нибудь захватить. Я вот эту бы захватил, но что-то очкует вот этот пидор. А, ему йотанов придется убивать. Кобольдов, ну поэтому забей, нормально все. Можешь захватывать спокойно. Бля, улетел, сука. Все. Петушок улетел, слышишь? Понял. А, блять, это была ошибкой. Какой? Слышь, у меня дерево кончилось. Дерево кончилось? Да, закинь дерево, пожалуйста, срочно. У меня минус 21. Мало, но ладно, это все. И сейчас еще, блять, подкину. А, не, больше нельзя, со второго нельзя. А залей просто... На, ты это максимум заливаешь, сколько можешь, да? Да. Ну-ка, еще посмотрим. Бля, это пиздец. Минус 9 даже с двумя этими хуйнями. Прожал пип фистинг. Минус 4. Хуёво. Ну ладно, как не переживу эту зиму. Люди заболеют, но что поделать. Ну я сейчас буду потихоньку делать грязь. Грязь хорошо. Так, сколько бараков надо считать? О, лагерь метателей топоров построили уже. Вот здесь вот. Вот здесь барак. Это два. Здесь один. И вот тут я хуй знаю что. Блин, туда уже не разведывать, потому что там... Но они не знают, с другой стороны, где это. На тебя три волка напало сразу. Бля, может мне свичнуться? Давай я резко свичнусь в этих, в Fame,
Возьму ярла. Ну как хочешь, давай. И уже потом заебись будет. Да сука, зима, кончайся резче, у меня еда уже заканчивается. Фу, хорошо. Тебе нужно это? Дерево может менять, все, спасибо. Угу. Три, блять, мало. Пец, у меня все продамажены, чтобы всех отхилить. Да нахуй ты хилишь кого-то пидорасов, хилит фермеров. Так, вот он. А, ну он еблан, короче. Он что-то два юнита построил и сосет член. Я думал, что-то серьезное. Алтарь королей. Алтарь конунгов ебаша. Почему он один-то хиллер, ёб твою мать, вот это фейл. Или второй сдох. Да какая ж тяжелая зима была, это пиздец. Блять, надо быстрее переключаться, да? Так, блять, въебал. Какой сейчас июнь? Да. Всё, хорош, хорош. Так, чё по пиздюкам у этого? Так, у меня 76% с йотанами. Это будет плюс один, и я разрушаю центры, ставлю бараки, и как бы, ну, ты понял. Да, заебись, вода. Хуя ты по этому повиздому вырвался, блядь. Задрот, что ли, блядь? Есть немного. Я пока, блядь, после зимы не могу оправиться, а я так понял, у меня есть сейчас раскид... пытаюсь тебе чем-нибудь помочь. Да нет, тут ничего не поможешь. Можешь на лицо насать, мне кажется, это максимум, чем ты можешь не помочь. Могу территорию вот отдать и все. А, и... Нет, ты далеко. Да, ты не так далеко. Если бы ты был здесь, ну, я бы чем-то отдал. Да ёб твою мать, серьезно! Чувак, это рэпчик. Я не переживу эту зиму. Берстанись в жрачку. Набери сейчас жрачки. Борщусь как могу. От бюрста уже тошнит? Да. Бля, ну нахуй тогда лор-мастера всех, все в еду. Да-да-да, притормози там пока. Выжил. Там чувак, мне кажется, там чуваки сами сейчас обосрутся от еды нихуёво.
У меня еще одна овечка есть. Бля, с деревом пиздец, конечно. Я, наверное, прокачаю эти топоры деревянные, потому что иначе это грязь. Так надо было их в любом случае надо качать всегда. Топоры, вот ну, первые топоры. Я железные имею в виду. Ну, железные. Это типа тулсы? Да. Качай, да. Тут смотри, вон пидор вышку ставит, но он скорее очкует, мне кажется, чем... Ну, агрессивная вышка это... Чё у тебя по ресурсам, чё у тебя? 170 плюс 20, 200 плюс 9. Что тебе лучше хотелось бы? Всего, я понял, всё. Хуй знает, да. Всё, сейчас с йотунами... Если я с йотунами быстро закончу, я с 4... Ладно, да не, я думаю, я переживу. Я думаю, я сейчас накоплюсь. Чё, наверное, 400 того и другого должно хватить же. 400... Ну, как бы как раз там в стык, наверное, будет. Заебись, ярло взял. Всё, переключаюсь обратно. Виздом. Слушай, я могу ещё и по трейду выиграть потихоньку. Ага. Так, чё, сентябрь сейчас, да? Ну. Сколько с этими пидорами? Бля, зима жесткая, да торговать бы с ними 92%. Тут что нахуй за хуйня? А, это у него всё два юнита, ебать, они понимают, что они сейчас въебут игру? Видимо, не особо. О, заебись, мне Great Raid Root привёз еду и деревяшки. Вот заебись! Вот это чёткое дерьмо, кстати. Так, вот задвигался пидорас, блядь, пошёл нахуй сюда. Ой, ну иди нахуй, а. Ау, блядь, микрить буду нахуй. Бля, еды перебор уже. Ну ладно, это, я думаю, ненадолго. Перебор в смысле, все тебе ничего не нужно? Я, блядь, сейчас пир как ебану, охуею. Да, это... Ну, не, пир давай прям в самом начале зимы тогда, хуерь. Только мне бы не умереть потом, нахуй. У меня просто 500 плюс 12 сейчас еды. А, 500 плюс 12, но я не знаю, стоит... Так, йотунов я взял. Хорош. С тобой так... Ебанусь. Бать, ты жесткий. У меня 499 плюс 2, это нормально? Так и должно быть? Видимо, да. Во, смотри, у меня пиздюк. Мой пиздюк. Пиздец. Это, конечно, жесткая тема. А, наверное, йотунами только, верно, и можно захуярить. А он только один, одного йотуна дают. Там скорее надо, типа, армию, типа, ну, рассредоточить, чтобы сплэшем не ебало в жопу. Ну, ты там пиздец, ты видел. Можно отсосать можно только, по-моему. Сейчас смотрим. Да, 500 еды, 600 дерева. Вроде нормально, должен пережить. Еще и овечка есть, одна в случае чего. Мерчанты тоже нахуй идут сразу. Не иду. Ну я армеечку ебашу, мне похуй. Ебаш. Ну все нормально, по идее должен пережить вообще легко эту зиму. У меня 1800 еды, 2700 дерева, 900 голды. Сколько голды? 900. Ебанулся.
Ты сам поставил бы этот плавательную хуету и выиграл бы уже. Да. Ну да так это, не интерой. Наверное. Где вы его? Not interesting. Все, легчайший билзорд в моей жизни. Да. Бля, может высадиться сейчас? Вот, ну, слушай, надо напасть. Ну попробуй высадись. Куда только? Куда, на столицу? Вот, наверное, вот сюда надо высаживаться. Им далеко. Куда? Где у них? А, у него тут армеечка, вот. Где? Ну, вот, видишь, я вот здесь вот у него, у этого армейка. Ага. А у этого здесь, у этого поменьше. Но я не знаю, там эти будут ебашиться. Может, куда-то просто не на эту, не на столицу. А не могу не на столицу, я могу только туда, на... Или... А, вон, где скальды и хуйня, вон туда нападу. Или это, ну или подожди, типа. Там несколько портов, кстати, ставишь, с нескольких можно ебать жопу. Рейдить, в смысле. А, похуй вообще, короче, нападаю. Да, куда, покажи. Вот сюда напал. О, ну это, кстати, они сейчас... Пока будут бежать. О, да как сейчас зима, ебать. Ну у него там, кстати, вот самый хуёвый продакшн здесь. Ну там скальды еще. Да. У него сейчас производство сорвется. Ну типа там вот это поле, оно нихуя зиму не добывает. Он рванулся вон этими пидоргами. То есть у него не лекари сейчас, никого это. Так я думаю, я его запизжу, нет? Армию. Не, не запишу, он микрит. А я могу микрит? А я не могу микрит. Да, ты теми не можешь микрить. Чё, всё, блядь, что ли? Но. Легчайшая метель в моей жизни. Я уже армейку собрал. Заебись. Готов пиздить, вот-вот, вся моя хуйня. А есть что по рейду? Через минуты две будет. Ну я пока пойду ему ебальничек бить. Там как раз к этому на мейн, дроп на мейн сбросим. Тысяча фейм, ебать ты жесткий. А сколько надо? 1200 всего фейма надо, ёб твою мать. А сколько у тебя территорий? Понял. Сейчас я это... Ебашу кобальтов. Зачем? Ну, я не хочу через этих драугров проходить. То есть тебе проще было через кобальтов, чем через драугров? Да. Это на тебя драугер напал. У меня есть рейд. Сейчас, подожди, пока не запускай. Вот, схватил его в территорию, брат. Бухаем, да. Хорошо. Хорош. Вон, смотри, армеечку подвел сюда, пидорас. Ну, короче, ты как хочешь, а у меня плюс 56 виздома вход. Заебись. Так, это кто? По жизни? Не, ну ты ему можешь потом вот этому пидорасу потом куда-нибудь дропать, а только на мейн, что ли? Ну, давай я дропну прямо на мейн сейчас. Сейчас, А ему я только на мейн могу дропнуть, если что.
У него все остальное скалистое. Мне надо подлечиться просто. Просто надо подлечиться. Подкачаться? Подкачаться. А можешь мне заливать еду, если у тебя она в жопой жуй? Я и так с тобой торгую. А. Да, ну торгую, чем могу. Окей, заебись, вода, спасибо. Не зачитаю. Интересно, они сейчас смотрят, они сейчас там такие, ебать, ебать, что ж делать-то? Я не знаю, что им делать, у меня плюс 60 в код. Бля, хуй. Блять, не тот лагерь построил. Опа, нихуя, а я ж могу здесь напасть. Шо, вала ты ебу. Не еби вала бы человеку. Пошел контест территории. Ну ты завоевываешь уже. Ну с этой хуйтой не знаю, что делать. На меня напали где-то. А, это волчара позорно. Ага, челики, блядь. А, чё, я деплоюсь на него? Да-да-да, на мейн. Или подожди, или я дотерплю до двух рейдов и два сразу высажу. Ты можешь сейчас ебашить. А, он уже сдался. Да. Так что... Еборь. Бля, он захватывает камень! Пизда ему. Дропаешь на него? А ты два можешь? Ну я хочу накопить еще. А. Ты выиграл, ёпта. А, да? Ну вот там не, у тебя не выиграл. Вон господство. Почему доминейтинг? Но это ты победил. А. Господство. Ваша команда достигает победы господства. Ты у тебя быстро же, у тебя там почти уже 90 с хуем было. Они что-то вала ебали, короче. Под пиво на расстройку играли. И причем да? Как-то они даже с самого начала не вырывались нормально. Я просто жестко нахалявил и, ну, пиры заливал, как бы, все. Угу. Ну да, но у меня под конец было, сейчас, по-моему, 62 вход из дома. Это грязь. И там у меня 400 монет почти было, я был готов это, залив говна делать.